28 июля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. По данным ВОЗ, он поразил около 2 миллиардов человек, то есть каждого третьего жителя планеты. 325 миллионов человек живут с вирусным гепатитом Б или С. В Каспийске положение с данным вирусным заболеванием идет на спад. Но несмотря на это, врачи все равно стараются проводить с жителями города профилактические беседы и осмотры. И на сегодняшний день у нас по городу Каспийску зарегистрировано 364 случаев гепатита. То есть это и гепатит Б, и гепатит С. Из них детей около 10, а взрослых 354 человека. Помимо гепатита Б и С есть еще и А, Д и Е. Но самые коварные из них – это Б и С, которые у нас встречаются чаще всего и чаще всего вызывают осложнения. Осложнения при гепатите возникают в основном с печенью. Он вызывает цирроз и рак, что приводит к смертельному исходу. Вследствие этого люди должны понимать, каким способом им нужно защититься от необратимых последствий. Для этого в первую очередь это у нас вакцинация. Вакцинация против гепатита Б. И исследование по диагностике, то есть определение антител в крови и антигена. То есть это такой диагностический критерий, который позволяет нам его диагностировать, то есть выявлять, переболел человек или болеет ли на самом деле в данный момент. Отметим, что заражаются люди страшной инфекцией чаще всего половым путем и при косметических процедурах, так как оборудование может быть не продезинфицированным. Также гепатит может передаваться и через слизистые оболочки человека. Если вдруг вы думаете, что вы могли заразиться данным заболеванием, в первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к своему участковому терапевту или же участковому педиатру, если это ребенок. И дальше уже сам врач укажет, сделает назначение для того, чтобы диагностировать это заболевание. По словам специалиста, проводить медосмотр нужно хотя бы раз в год, дабы обезопасить себя, так как гепатит является ласковым убийцей. При заражении им у пациента не бывает никаких симптомов. После того, как у вас выявили заболевание, вам тут же окажут комплексную помощь грамотные специалисты.